Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня видео будет о фикусе Лирата бомбина. Сейчас я познакомлю вас с этим растением, может быть, кто-то не знает. А потом я сделаю обрезку, потому что после переезда он у меня стоял в темном, таком недостаточно освещенном месте, что это совсем не нравится этому растению. Видите, он вытянулся. В общем, нужно навести красоту, чтобы он рос красивым, потому что это растение очень красивое и в интерьере смотрится очень нарядно. За его красивые листья его любят все. И дизайнеры любят, то цветы выращивают, тоже любят, они знают. Но сейчас это растение выглядит у меня не очень, скажем так. Его предок — это фикус лировидный. В природе это очень раскидистое, вечно зеленое дерево. Растет в тропиках. Сам фикус лирата — это адаптированное растение к домашним условиям. И он имеет виды, которые относятся, вот фикус бомбина, это считается карликовый сорт фикуса лирата. Вот, его любят тоже выращивать, потому что он имеет небольшие формы, он не растет таким гигантом, как фикус лирата, допустим, да, у него такие листья огромные. А у этого листья достигают, ну, 15, ну, где-то 20 сантиметров при хорошем росте, при хорошем освещении. Это я в дальнейшем все скажу, что он все-таки любит, как за ним ухаживать, это все будет видео, смотрите. Сейчас я вам расскажу про уход, а затем буду делать обрезку и поставлю его на укоренение, потому что нужно его привести в порядок. Ну, вы уже знаете, как бы, что у меня растения все хорошо выглядят, но вот после переезда вот он, я просто вижу, он мне прям не нравится. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, фикус бомбина, он любит влагу, то есть он любит, могу сказать, частые поливы. Но между поливами, конечно, грунт немножко просушивать нужно, хотя бы наполовину. Любит листья протирать, желательно, любит теплый душ, но его потом, знаете, вот так стряхнуть нужно, чтобы вот в пазухи туда водичка не попадала, чтобы не портились листья. Любит светлое место, светлое прям, хорошо освещенное. Если ему освещения хватать не будет, вот будет, как у меня, вот такой вот длинный, листья такие не очень развитые. И он, в принципе, любит прищипывание. Про уход я сказала, в принципе. Ну, конечно, можно подкормки вносить. Все растения за. Можно подкармливать удобрением для декоративно-лиственных растений. Можно фертикой. Вот правда, любое удобрение можно вносить. Ничего страшного, они покушать все любят. Ну и сейчас приступим к обрезке. Ну вот здесь вот, кстати, уже такие хорошие листочки стали расти. Красивые. Ну, в общем, я вот долго сидела, думала. Думаю, как же мне его начеренковать. Думала на три, но все-таки решила. Вот видите, здесь такая пазуха такая. Вот здесь вот, скорее всего, обрежу. Вот так вот. Вот. Вот так обрежу. Здесь ничего протирать не нужно. Сам заживет. А вот этот череночек, вот этот листочек я уберу. Я его поставлю в воду. Он прекрасно дает корешочки в воде. Просто. И поставлю на окно. И потом посмотрю. А будет у меня два теперь фикуса. Лирата бомбина. Просто вот сейчас вот здесь вот начнет он, когда расти. Когда растет верхушка расти, когда даст корни, я ему здесь прищипну, чтобы он тоже разветвился. Я обязательно потом сниму и покажу, что у меня получилось. Ну вот, я налила водичку в баночку и просто вот так поставлю, и все. Я ничего не добавляю и просто уберу его на укоренение. Не надо никакой теплички, он хорошо очень дает корни. А у этого растения проснутся спящие почки. Он должен здесь, ну я думаю, три побега должен дать, то есть это три веточки будет, и я думаю, что будет хороший экземпляр. Следующее видео я хочу его пересадить. Вообще, когда он даст у меня почки, когда начнется рост, я сразу сниму видео, пересажу его в другой грунт и будем выращивать
красивый фикус. Растений много, работы с ними тоже еще очень много. Буду снимать видео, будет интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.